Чай – один из самых популярных и любимых напитков на всей Земле, среди всех народов и культур. 15 декабря в календаре событий обозначен как Международный день чая. В рационе каждого человека присутствует этот бодрящий горячий напиток. На сегодняшний день известно огромное количество сортов и разновидностей. В частности, в Хасавюрте самыми распространенными считаются черный, фруктовый и, конечно же, травяной, каждый из которых имеет свои индивидуальные вкусовые качества и способ заваривания. По словам бармена одного из кафе Мурада Магомедова, на выбор представлены свыше 20 видов чая, где при приготовлении учитывается пожелание и предпочтение посетителя. Сейчас зимнее время, у нас как идет, у нас как бы зимние варианты чая: имбирь, лимон, мед, на травах в основном. Больше предпочтения отдают чаю с имбирем и чаю с фруктами. У нас как бы еще замороженные и свежие ягоды есть. В основном есть определенные люди, которые приходят целенаправленно каждый день, там пьют чай с ягодами, там черный чай с ягодами, зеленый чай. В основном вот эти два классических чая, черный и зеленый, он как бы ему предпочтение отдает. Чай признан не только как самый вкусный напиток, но и обладает полезными свойствами для организма. Чаепитие стало традицией, в какой-то мере ритуалом. Его пьют просто, чтобы согреться, если хотят взбодриться и поднять себе настроение. Все сорта чая сводятся к их принадлежности к определенной категории сырья, из которого получают готовый продукт. Можно выделить следующие категории для определения сорта: по происхождению, виду чайного растения, степени ферментации. В одном из районов Хасавюрта можно увидеть весьма приятную картину, где любой желающий может попробовать чай, заваренный на открытом воздухе. А горячую воду в терпкий напиток наливают из самовара, который газе приготовлена, она по-другому, электрический другому, а это самовар вообще незаменитый, вкус вообще. Там добавляем разные травки, там чабрец, потом шиповник, гвоздик, там по вкусу. Чаепитие – это просто уже сложившийся стереотип нашего времени, а несколько веков назад его употребляли в малых дозах, как лекарство, не помышляя попивать его как приятный напиток. Считается, что чай как напиток был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом примерно в 2737 году до нашей эры. В России чай стал известен в первой половине 17 века. Сегодня многие любители помимо заварки добавляют в напиток лук, имбирь, специи или дольки апельсина. Многие страны имеют свои традиции чаепития, но известно одно – чай продолжает оставаться одним из самых любимых напитков на планете. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».